16:37, 2 декабря, мы на 13-м пляже отеля White Gold. И сейчас, короче, отъехала полиция и... Думаю, что они объявляют? Они, короче, это всем, кто идет без масок, они в свой этот... Как его назвать? Объявляют, короче, по громкой связи своей, чтобы люди одевали маску. Так, погода сегодня. Пацаны вон в футболках, вы видите, местные. Кто-то в куртках, я в кофте, если честно, в кроссовках, но зато в шортах. Пляж Аджар, отель Артемис Принцесс, 12-й. Сейчас расскажу вам о погоде, а потом погуляем, возможно, сборником сделаю. Сегодня хочу пройтись туда к фонтанчикам. Сейчас немножко, может, по берегу пройдемся. Купающихся я не вижу, возможно, они днем были. Ну, вода, люди холодная. Но, опять же, холодная для кого как. 21 вода. Несмотря на то, что большую часть дня было солнце, сегодня это сейчас оно вот за облачками, большую часть дня было солнце, но вода пока не нагрелась. 21,2 максимум вода сегодня, не больше. То есть довольно-таки холодная, конечно, это уже не 22, не 23. Но опять же, холодной ее не назовешь, потому что ну, даже я как-то на Кипре весной купался в плюс 19, минут 10 спокойно плавал. Ну, конечно, это не совсем комфортно в 19. А 21 это все-таки побольше, чем 19. Роман Антик продолжает там Амир Бич вывозить, то, что осталось от отеля. Ну, нету купающихся, показать вам некого. Пляжик White Gold, вот такое вот море сегодня. Температура воздуха сегодня плюс 19, на солнце было плюс 20, больше 20 точно не было. 19-20 температура воздуха. И что еще люди рассказать? Ну, по поводу всех комендантских этих ограничений, ищите новости, читайте. Напоминаю, что с 9 вечера до 5 утра ежедневно нельзя выходить. И также нас ждет на этой неделе первый большой комендантский час, то есть который заключается в том, что из дома нельзя будет выходить с пятницы вечера до утра понедельника. Вот. Да, в торговые центры, туристы, Аланиум и ваши любимые все торговые центры. Вход только по хес-коду теперь. Что такое хес-код, тоже ищите, гуглите, как его получить и так далее. Вот, привет всем большущие из Алании и... Кому интересно, потом увидите видео, а мы пройдемся туда до White and White, до цветных фонтанчиков, теннисных столов. Всем тепла, кто приезжает сейчас, кто здесь находится. Покупайтесь обязательно, пусть 21 вода. Совсем не смертельно, обязательно покупайтесь, если вы сейчас здесь. Все, увидимся, пока.